Привет, Памела. Привет, Доминго. Мануэль спит еще? Да. Мануэль, Мануэль, вставай. Переворот. Ой, какой переворот? Да ну тебя к черту, я спать хочу. Перед лицом экономического хаоса и угрозы коммунизма... И все-таки они решились. Кто решился? Вооруженные силы Чили стали перед необходимостью вмешаться в судьбу страны с тем, чтобы восстановить демократию. Вооруженные силы и корпус карабинеров заявляют. Первое. Президент республики должен немедленно передать свои высокие полномочия вооруженным силам. Второе. Вооруженные силы едины в своей решимости взять на себя ответственную историческую миссию. И так все утро. И еще они требуют, чтобы все, кто их поддерживает, вывесили флаги. Какие флаги? Они что, с ума сошли? Генерал Пиночет, адмирал Мерино, генерал Ли, генерал Мендоса. Чудак, куда ты звонишь? Подожди. Алло, алло. Черт. Мануэль, что ты беспокоишься? Я сегодня должен был встретиться с главным архитектором. Разбахались вояки. Ну и ветер. Мануэль, где стреляют? Я боюсь за маму. Не бойся, это в рабочих кварталах. Выключи радио. Ты куда собралась? Мануэль, я поеду к маме. Я не могу тебя отвезти. Мне на работу нужно. Очень важно договориться на завтра. Какая может быть сейчас работа? Да вы с ума сошли. Они же объявили комендантский час. Слушай, Доминго, ты не можешь отвезти ее до Бильбао. А это в каком квартале? Это недалеко, за церковью. 3 минуты езды на машине. Да? Ну, поехали. Знаешь? Нет. Роберто, что случилось? Переворот, понимаешь? Переворот. Солдатня начала аресты. Смотри. Они за мной. Можно я у тебя пережду? Но переворот. А я тут при чем? Черт, куда же они, идиоты? Пожалуй, я спущусь. Постой, ты куда? Они тебя заметили? Да. Главное, чтобы они меня не выдали. Ну, скотина. Сколько я вас просил не путать меня в ваши дела? Только этого мне не хватало. Куда я тебя дену? Под кровать, что ли? Сволочь ты все-таки. Подожди. Ты чего ждешь? Ну-ка, через балкон, быстро! Черт бы вас побрал с вашей политикой. Если меня возьмут, найди Орландо. Он механик гаража, отель «Шератон». Да ладно, 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 это исчезни. Очень важно. Сейчас! Открывай! Обыскать! Ищите оружие! В чем дело?
Молчать! Имя? Мануэль Вальдивар. Род занятий? Архитектор. А в чем дело? Что происходит? Молчать! Где ты его спрятал? Куда ты его дел? Встать! Послушайте, что вы делаете? Ты же сейчас исчезнешь, дерьмо. Тебе дороже твоя жизнь или твоя партия? В политику решили играть? У нас все расскажешь. Оденьте его. Прочесать этот дом. Есть. За мной. Разрешите подавать машину? Подавайте. Есть!
Кто бросил пистолет? Ты! Всем повернуться! Руки за голову! Даю одну минуту. Если через минуту я не буду знать, кто бросил пистолет, ты и ты будете расстреляны. Я бросил пистолет. Пистолет бросил тот мальчишка, я видел. Хорош заступник. Где взял пистолет? Я нашел. Кто тебе дал пистолет? Падре, что вам здесь нужно? Господи, что вы делаете? Вы поступаете негуманно. Слушайте, падре, не вмешивайтесь в наши дела. Идите-ка лучше домой, к своим прихожанам. Мои прихожане здесь. Замолчи, щенок. Ты ничего не сделал. Домой. Маме. Что, больше не хочешь играть в войну? Да замолчишь ты, наконец. Повернуть налево. Повернуть налево. Давай, слезай. Иди. Убийцы! Что случилось? Все обошлось. Потом расскажу. Привет, Орландо. Привет. Это Мигель. Здравствуйте. Здравствуй. Не успел? Не успел. Я нарвался на патруль. Я думаю, до профсоюзного комитета они не добрались. Плохо. Плохо. Списки. Главное, списки. Роберто мне о тебе рассказывал. Сегодня, 11 сентября, вооруженные силы Чили... Смотрите. Дворец бомбят. В связи с отказом президента сдаться новым властям, вооруженные силы были вынуждены принять крайние меры.
Вы смотрите репортаж нашего корреспондента Серхио Альбурнос с улиц Сантьяго. Мы находимся в бедной части города, в промышленной зоне Сантьяго-Викунья-Макена. И тут мы видим добрый символ, а именно вот этот белый флаг на мачте, флаг капитуляции. Здесь рабочие оказывали сопротивление наступающим войскам. Мы видим здание, изрешеченное пулями. Это следы от стрельбы, которые вели военные по зданию предприятия Скиафина. Здание было обыскано, и находившиеся там экстремисты были арестованы. Вы видите следы великого беспорядка, который успела натворить та часть граждан, которая до последнего момента сопротивлялась попыткам военной хунты нормализовать жизнь страны. Положение в стране остается напряженным, но правительство во главе с генералом Аугусто Пиночетом гарантирует быстрое установление нового порядка. Да. Ну так что будем делать? Что будем делать? Я не понимаю, что мы здесь сидим. Надо ответить им тем же. Оружие достать надо. Оружие. Хватит тебе бегать. Что тебе нужно? Танк? Самолет? Вот что, ребята. Пора спускаться на землю. На фабриках и на заводах все подавлено. Но до профсоюзов они не добрались. Надо немедленно достать оттуда все документы. Особенно списки профсоюзного актива. Ему не удалось. Там же и ротатор. Его тоже надо взять. Надо. Ребята. Тут дело такое, кто пойдет быстро налево за машины. Веди себя спокойно. Ладно, постараюсь. Чем могу служить, господа? Где машина госпожи Джексон? Where's my car? Но, господин капитан, мне дано указание... Здесь указываю я. Госпожа, номер вашей машины. Скажите номер вашей машины. What does it say? I don't understand. Но я не понимаю. What do you want? Рамон! О! Ты понимаешь что-нибудь по-иностранному? А как же? Вот тут госпожа. Американка? Американка. Where's my car? Чили, Америка. Номер, номер, быстрей. Какой у вас номер? Number, number. I think it was the number. Number, number 722, California. А, да. Напишите. Give me a pen, please. Thanks. А, эта машина стоит у запасного выхода. Сейчас, госпожа, одну минуточку. Сейчас пригонят. Сейчас пригонят. Пожалуйста, сюда, прошу вас. Вот, прошу вас, сюда, вот сюда, господа. Госпожа, пожалуйста. Может быть, я помою машину? Я мигом. Это кошки. Кошки, господин кошки. Капитан. Кошки, очень много кошек в гараже. Господин капитан, осложнений с этим не будет? Ведь распоряжения никакого. Скажите посольство Соединенных Штатов. Хорошо. Ребята, что случилось? Вы что, с ума сошли? Ты гремел? Нет, не я. Черт. Смотрите! А ты говорил, здесь никогда не бывает кошек. Ты знаешь,
Братишка, как дела? Что слышно? Уходим в подполье. Скажите, вы случайно не служили в банке? Нет. Простите. Друг, у тебя нет закурить? А то эти гады все отняли. Нет. Солдат. Эй, солдат. Послушай. Слышь, солдат. Чего послушай? А ну отойди от решетки. Но быстро. Кому сказал? Тебя это не нашли. Черт ее знает. Что-то он стал хуже работать. Батарейки на. Да, видно, сели. А тебя за что взяли? А? Я говорю, за что взяли тебя? Оставь его. Господин капитан, это недоразумение. Я бы хотел... С кем можно поговорить? Кто уполномочен решать? Видите ли, я... Сеньор... Вальдивар. Вальдивар. Не о чем вам беспокоиться, ничего страшного тут нет. Все будет в порядке. Сеньор Вальдивар, если не подтвердится ваше участие в преступлениях Альенды, дня через 2-3 пойдете домой. Благодарю вас.
это моя жена! Назад! Нигде от нее не спрячешься, даже здесь. Но это ничего, ничего. Нас вместе на базаре взяли. Держи. Вот вам бумага. Пусть каждый напишет фамилию, профессию, место работы, в какой партии. Смотрите, не врите. И не сорить. Ты отвечаешь. Беспартийный. Хосе Ратамалес. Текстильщик. Беспартийный. Гонсало Уриве. Учитель. Симпатизирую народному единству. Роланда Мачука. Крестьянин. Дон Мачука, а партийность? Крестьянин. Вальдес. Лавошник. Беспартийный. А меня пиши сенатор, доктор философии. Тоже беспартийный. Рената Осорио. Текстильщик. Беспартийный. Хоакин Арайо, студент. Никакой партии не принадлежу. Что за наивный маскарад? Так несерьезно. Никто не поверит в это. И опасный к тому же. Ну хорошо, а вас как писать? Перес Хорхе, банковский служащий. Все они правильно говорят. Меня тоже пиши. Хуан Гонсалес, текстильщик. Беспартийный. Инес Контрерас. Так надо. Леонор Кастро. Помела Мерина. Повторяю, Помела Мерина здесь? Здесь. Слушать надо, а не хлопать ушами. Вопросы есть, претензии, просьбы нет? Есть претензии. Дайте какие-нибудь одеяла, ночью холодно. Мы же погрейте не ее, мы люди. Вы не имеете не права. Не трогайте меня, прекратите. Куда ты меня тащишь? Что вы делаете? С ума сошел. Пусти! Стой! Куда бежишь? Гады! Она ребенка ждет! Вдвоем! Эсперанса, прошу тебя, уходи. Списки, Саги. Дед, иди сюда. Скажите, как отсюда спуститься? Сюда. Левее, левее. Подождите, я сейчас вам лестницу принесу. Thank you.
Вот-вот, полюбуйтесь. Доигрались, допрыгались. Кошмар какой-то. Это как? Как это понимать? Кто это доигрался? Слова играете? Коммунизм, социализм, фашизм. Жить спокойно не умеете. Ну, Дон Гуачо, странно вы говорите почему-то. Вот вы же простой кассир. Вам же не сладко жилось, а? Ну и что? Почему должны жить спокойно те, которые даже не имеют крыши над головой? Те, которым нечем кормить своих детей? Почему мы не можем бороться за себя, за свое будущее? Ну а кто в ответе за все это? Это вы в ответе за все это. Вы, которые бегут туда, где больше солнца греет. Подожди. Подожди, Пепе. Для этого у нас еще будет время. Говорят, они применяют пытки. Слухи. Слухи? А этот полудурок, почему чокнулся? Он был такой. Слухи. Да я много лет служу в банке, и я умею читать по лицам. Вы видели их лица? Слухи. Все эти каски, все эти штуки. Да это ж гитлеризм, как в старых фильмах. Даже не в фильмах, а вот по-настоящему. Все это у нас уже было. И преследования, и казни, и лагеря. Мы прошли через это. Мы выстояли. Вот единственное оружие, которое у них осталось, это пытки, это зверство, это расстрелы. Но у них нет силы, чтобы изменить наши убеждения. Я не хочу оправдывать их. Они тоже в ответе. Они думают, что избивая нас, они защищают свою страну. Надо убедить их, что это ошибка. Убедить в чем? Ведь мы и за них боремся. Убедить? Как можно убедить неграмотного солдата, который впервые в жизни почувствовал, что такое власть? С автоматом в руках он становится страшен. Он готов убивать и стрелять, не неся при этом никакой ответственности. Нет. Убедить его в чем-то бесполезно. Ты ошибаешься, Мануэль. Есть солдаты, есть солдафоны. Внимание! Гонсало Уриве! Yeah. Выходи. Фернандо Фернандес! Есть. Yes. Пошли. Маноло, а Памеле что-нибудь слышно? Нет. Ничего, Маноло. Ничего. Хуан Консалес, Роландо Мачука здесь? Где Хуан Консалес? Роландо Мачука. Ага, старый знакомый. Это ты за бабой бегал, а? Да. Ничего, ребята, это все пройдет. Что вы от меня хотите? Пошли, пошли, пошли.
Эй, сержант! Где ты там? Ну что случилось? Ничего нет, мой лейтенант! Эй, марксисты, налетай! Жрать пора! Давай, давай, быстрее! Дайте мне, дайте мне! Я же военный! Я же военный, хлеба дайте! Дайте мне, пожалуйста, дайте мне! Очередь, очередь! Тихо, тихо, прекратите! Не толкайтесь! Давай мне! Давайте по два, по два! Получил, уходи! Досталось. Хочешь? Воды. Дайте воду. Воды дайте. Пить. А ну постойте! Постойте! Тебе нельзя пить. Ему нельзя пить. Тебе нельзя пить, слышишь? Тебе нельзя пить, слышишь? Глоток воды. А, ну ладно, подержи во рту и выплюнь. Но только выплюнь. Выплюнь, слышишь? Хуан, выплюнь, выплюнь. Вот так. Я знаю, что бывает с теми, кто выпьет воду после тока. А суп ему нельзя? И суп нельзя. Дайте его пайку. Не давайте ему воды. На, возьми. С этой штукой. Странный человек. Да, странный. Да. Жил у себя в горах, никого не трогал. Возможно, даже в городе ни разу не был. Они пришли, посмотрели на стену, ружье обыкновенное, охотничье, старенькое. И все.
экстремист. Ну и вот, пожалуйста, сюда. Катальдо. Катальдо. Достал? Ты в транзисторах что-нибудь понимаешь? Сейчас посмотрю. Посмотри. Подойдет? Подойдет. Вчера в казарме ребята болтали. Здесь ваш этот, редактор, что ли? Кажется, Рохас. Редактор Сигла? В каком он секторе? Не знаю. Да, вот еще что. Умер Неруда. Эй, Катальдо, не уходи. Насчет Памелы узнал что-нибудь? Ее перевели в южный сектор. Что это значит? Эй, послушай, а это ей чем-нибудь грозит? Чем ей грозит? Не знаю, не знаю. Народное единство победит! Товарищ Пабло Неруда с вами! Товарищ Пабло Неруда! Товарищ Пабло Неруда с вами! Убейте в тысячи! Товарищ Альянский с вами! Объясните. Ведь каждый видел, приближается переворот. Что вы делали? Почему не защищались? Политически все было проиграно нами еще до переворота. Рабочий класс оказался в изоляции от средних слоев населения. Они отошли от нас. Я не понимаю. Не понимаю. Ведь вы боролись за лучшее общество, за лучшую жизнь, за справедливость. Неужели вы думаете, что средние слои населения всего этого не хотели? Да хотели, Патро, хотели. Никто этого не отрицает. Но им же всем замутило мозги. Радио, телевидение, газеты. Ведь все это было в руках богачей. А вы куда смотрели? Ведь ясно, что даром свое никто не отдаст. Субтитры сделал DimaTorzok.
Да, мы недооценили логику классовой борьбы. Мы слишком понадеялись на демократические возможности государственной системы Чили. В армии есть солдаты и офицеры, сочувствующие нам, но пока им трудно. И ты не думай, Манола, что мы оправдываемся, плачем. А дальше что? Опять сначала? И невооруженным путем? Для других стран он, конечно, возможен. Для нас пока этот путь закрыт. Главное сейчас поднять на борьбу массы. Работать с ними терпеливо, настойчиво, каждодневно. С рабочими, с женщинами, в армии, с молодежью. Мы должны объединиться, друзья, против нашего общего врага, фашизма. Вот ключ к победе. И второе, ребята. Необходимо передать в Красный Крест списки наших убитых. Пепе, тебе заняться надо. Проверь это дело. Полных списков нет. Ну, какие есть. Понятно. Возможно, ребята, от нас теперь кого-нибудь и выпустят. Так вот, запомните, кто выйдет отсюда, немедленно надо искать товарища Орландо. Им нужны факты, живые свидетели. Внимание, всем встать! Быстро встать! Выходи строиться! Отделение ко мне, бегом! Бегом, бегом! Южная трибуна, встать! Хуан. Слушай, я знаю одного Орландо, механика гаража. Откуда ты его знаешь? Помнишь, я тебе говорил о том парне, Роберто? Очень хорошо. Запомни, это очень важно. Руки убери. Подлец! Кому ты продался? Не смей, пустите! Не смей, Мануэль! Хуан! Люди должны все знать! Руки на колени! Молчи! Руки! На колени! Не двигаться! Не шевелиться! Thank you.
Вот вы можете мне здесь написать то, что я скажу? Вот здесь. Лучше напишите сами. Я не умею писать, сынок. Пожалуйста. Вот мой дом. Вот мои дети. Жена моя здесь. Это я сам на охоте. Что писать? Напишите. Я чилиец. Меня зовут Роланда Мачука. Я имею 5 человек детей. Напиши все, сынок. Проклятый холод. Орландо идет. Рауль. Здравствуй, Рауль. Здравствуй. Здравствуй. Здравствуй, Луис. Как Альфредо? Нужна операция, нужны инструменты. А остальные как? Лучше. Пойдемте, прошу вас. Советский Союз порвал дипломатические отношения. Я знаю, мы не одни. Решено компаньера Морейра отправить за границу. Его все знают. Ну как ты, дружище? О. Держись. В эмиграции он будет полезен. Завтра на заводе собираются все наши. Придешь? Во сколько? 11:30. Буду. Добрый день. Добрый день, Орландо. Здравствуй, Эсперанса. Здравствуй, Орландо. Принимай гостей. Проходите, проходите. Вот компаньера. Она из группы Лорейна. Муж скрывается. Короче говоря, ей дома оставаться нельзя. Аугусто, устрой, пожалуйста, до утра. Проходите, проходите. Вы голодные, наверное? Хорошо бы молока согреть. Можно? Сейчас. Пожалуйста. Потерпи, малыш, молоко уже несут. А Роберто что-нибудь слышно? Говорят, его на стадион отправили. Мигель, ты разве ничего еще не узнал? Пока еще нет, Орландо. Как чувствует себя отец? Неважно. Вот, Анита достала ему лекарство. Спасибо. А ты-то сам как? Ну, как у вас с листовками, Мигель? Нормально. Спиноса, учитель. Так. Да, сколько товарищей. Педро Рамирес, рабочий. Мария Соловера, студент. Роберто Канарес, рабочий. Луис? Да. Здесь лучше поставить тире. Здесь? Да.
И заправь краску погуще. Хорошо. А вообще как? Все нормально, хорошо. Угу. Да, Мигель. Завтра нужно опять выходить на связь. Ты не забыл? Нет, не забыл. Я хотел по этому поводу с тобой поговорить. Можно тебя на минуту? Орланд, у тебя найдется сигарет? В чем дело? Я не хотел говорить при всех. Я не пойду завтра. Я не могу больше. Я боюсь. Ну что я могу поделать? Понимаешь, я мог бы выдержать допросы, изгнание, тюрьму, но пытки. Я видел. Под дулом автомата ты уже не человек. Ты все расскажешь. Всех предашь, понимаешь? Я не могу. Я не могу за себя ручаться. Я ухожу. Я понимаю. Орландо, я пойду на связь. Куда лезешь? Куда? Не подходить. Держать дистанцию. Дистанцию куда? Держать. Куда? Назад. Сюда нельзя. Отойди. У вас мало. Отойди. Где остальные? Не разговаривать! Молчать! Ваши имена! Молчать! Не разговаривать! Не разговаривать! Не кормятся все! Назад! 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 Где вы здесь находитесь? Разрешайте вам свидание с близкими! Почему вы молчите? Нет! Здесь вчера убили человека! Назад! Не подходи! Хуан Гонсалес! Не разговаривай! Значит, это правда! Назад! Назад! Хуан! А, это правда! Нас издевают! Смотрите! Его убили вчера! Здесь! Нас здесь издевают! Смотрите! Прекратите стоять! Прекратите стоять! Почему вы все молчите? Почему не показываете, как вас здесь убили? Нагнись. Так, руку опусти. Здесь балка. Осторожно, осторожно, молодец. Да не бойся. Выпрямись. Так, покрутись. Ну, вот еще. Повернись, так. Да, повернись. Ну, да не бойся. Вот так. Так, молодец. Встань сюда. Стой. Так, впереди коридор. Так. Вперед. Вперед. Бегом. Руки за голову! На стену руки! Ну,
Какие группы? Где ты встречался со связными? А? А? Ну где? 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 Значит, ты не хочешь отвечать. Теперь мне опять придется заниматься этой грязной работой. Из-за тебя. Слушай, ты мне надоел. Кто? Кто? С кем ты встречался? Назови имена группы. Ну, вот видишь, тебе же больно. Ты же себя мучаешь. Тебе же больно, а ты просто скажи имена. Назови группы. Ну? Назови, ну, имена. Назови имена, группы назови. Группы. Назови группы. Группы назови. А ну-ка давай вот этого. Давай сюда. Мануэль Вальдивар, архитектор. Укрывал государственного преступника, оказывал сопротивление властям. Активно участвовал в марксистском заговоре. Так? А вы знаете этого человека? А? А может быть, вы кого-нибудь из окружения знаете? Мы встречались с ним в университете. Ага. Но больше я никого не знаю. Придется вспомнить. Придется вспомнить. Ну-ка, поставьте его, чтобы он все видел. На колени. Поставьте его туда. Быстрее. Так. Ну-ка. Ну? Что ты делал там с секретарем своей партии? Отвечай. Дерьмо. Марксист. Сеньора Рамирес, это ты же, конечно, знаешь. Но ты же знаешь его! Марксистская тварь! Дерьмо! Коммунист! Марксист! Расскажи анекдот. Анекдот расскажи. Ну, вы же там на трибунах друг другу рассказывали анекдоты. Расскажи анекдот. А то я тебя туда посажу. Рассказывай. Чем похожа хунта и футбольная команда Коло-Коло? Ну, чем? Они схожи друг с другом? Тем, что только они могут собрать полный стадион. Только? Что? Ну, теперь споем эту песню, как я. Комос Аминея, мира ля батея, момос Аминея, момос Аминея. Пойте, 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 нея, комос ля батея, комос Аминея, лаго ля батея, пойте, 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 пойте. Стоп, стоп. Почему ты не поешь, архитектор? А? Ну-ка, встань. Встань, встань. Ну-ка, архитектор, вот эту песню. Мира лабатея, комоса минея. Ну? Мира лабатея. Комоса минея, мира лабатея, комоса минея, комоса минея, мира лабатея. Пойте, пойте! Мира лабатея, кома семенея, мима семенея, лака лабатея. Мануэль Вальдивар у вас? Да, здесь. Он признался в чем-нибудь? А мы его еще не допрашивали. Не допрашивали? Нет. Пусть одевается. Ты, а ну одевайся.
Да. Как вы были, однако, неразумны. Укрытие политического преступника. Здесь, на стадионе, близо с этим экстремистом Хуаном Гонсалесом. Что у вас, интеллигентного человека, общего с этими людьми? По нашим сведениям, вы раньше не были так активны в политике. Я и сейчас. Сеньор Вальдивар, думаю, вы прекрасно понимаете, что сейчас вы в политике по самую макушку. Теперь надо выбирать, с кем. Прошу. Так вот, вряд ли достойно гражданина и патриота в этот исторический час, когда решается судьба страны, стоять в стороне пассивным наблюдателем. Не так ли? Боюсь, что меня уже нельзя назвать пассивным наблюдателем. Вы умный, образованный человек. Не могут же некоторые неудобства помешать вам объективно оценить события, понять необходимость того, что вы здесь видели и пережили? Вы говорите о необходимости. Необходимость чего? Это только временное средство. Средство, чтобы вернуть демократию. Я не устану повторять. Это только средство. Ведь все эти солдаты и офицеры делают грязную работу, которую необходимо делать, чтобы не допустить к власти марксистов. И такие, как вы, со своей бездеятельностью, за это тоже в ответе? Вот именно. Видите? Нет, я о другом. Средство не оправдывает цель, а выдают ее настоящий характер. Ваша истинная цель... Наша истинная цель – построить здоровое общество, где каждый знает свое место. Архитектор строит, студент учится, а батраки пашут землю. Общество, в котором нет никаких марксистов, а есть народ и руководители. Я несколько упростил вашу программу. Вот вы сейчас подумали о слове, которым нас определяют. Фашисты. Когда-то его применяли к сильным, умеющим руководить правительством. Ну что ж, если это применяется к нам из-за того, что мы сильное правительство, тогда да. Мы фашисты. Сегодня мы устанавливаем новый порядок. И нам нужны умные, образованные, молодые люди. Боюсь, что вы ошиблись во мне. Хотите остаться в стороне?
Теперь вашим делом займется трибунал. Когда будет решаться вопрос о моем деле? Может быть, сегодня ночью. Это уже в трибунал. Мой генерал. Все? Все. Привезли меня сюда. Иди. Что это значит? Что вы хотите делать? Мануэль Рамон Вальдивар Рамирес. За укрытие государственного преступника, за заговор против правительства, военным трибуналом вы приговорены к расстрелу. Приговор обжалованию не подлежит. Ложь! Ложь! Слушайте, ведь не было никакого трибунала. Связи. Какие были связи у Роберто? Мирно! Приготовься! Ничего не знаю. Он ничего не знает. Зря только с ним возились. Доминго, что вы нам голову морочите? А? Я считал своим долгом. Моя совесть. Поехали.
Ну что ж, падре, вот и прошла проверка. Можете возвращаться в свой приход. Спасибо, господин Менесис. Я остаюсь здесь. Выходите. Помни меня, сынок, помни. Ничего, Мария. Ничего.
Ну ладно, ладно, чего смотрите? Проходите, проходите.